26 вагонов Нижегородского метрополитена обретут вторую жизнь. У подвижного состава обновят все. От электрики и ходовой части до кузова. Срок эксплуатации обновленных вагонов 15 лет. Их оснастят порошковой противопожарной системой, предусмотрены и места для инвалидов. Это первый раз, когда на капремонт отправляют сразу столько вагонов. Как ожидается, они выйдут на линию во второй половине следующего года. Всего метро у нас находится 130 вагонов. Из них 80 вагонов. Это вагоны, срок эксплуатации которых составляет уже 30 лет. Качество ремонта, в общем, на сегодня нас абсолютно устраивает. Мы тратим после этого вообще уже меньше запасных частей. А многие блоки, они, в отличие от тех, что устанавливались ранее, вообще сегодня срок годности у них ровно столько, сколько ходит вагон.